Всем добрый день. Хочу пригласить вас в мой сад, который находится в Одинцовском районе Московской области, лесной городок. И хочу показать вам чудо, которое я купила у Андрея Александровича, невероятную гортензию. Вот мы как раз сейчас идем, и вот этот сорт, который называется Лидия Самарская. Кроме этого куста, невероятно большого, сейчас я вам покажу его со всех сторон. Какое это чудо! Вот такой вот он сегодня. Вот такой чудесный куст Лидия Самарская, который я давно-давно хотела купить. И приобрела его у Андрея в июне месяце в городе Электрогорск. Мы специально ездили с сестренкой, с мужем за этим невероятным кустом. Но помимо этого еще куста, я купила еще 5 маленьких. Сейчас я вам их показываю. Вот они, мои малыши. Первый год в грунте. Вот они такие на сегодня. Невероятный малиновый цвет, тугие шапки, прижилась очень хорошо. Вот такие они на сегодня. Вот эти 5 штучек маленькие, ну просто не удержалась, просто не удержалась. Нашла им место, около забора, правда, но я думаю, что будет красиво. Смотрится потрясающе просто. И вот этот вот. Вот это моя царица. Вот такого необыкновенного малинового цвета. Хочу вам показать, какие у нее соцветия большие. Посмотрите. Вот моя рука. Очень тугие и очень красивые. Со всех сторон смотрится просто великолепно. Большое спасибо Андрею. Муж просит еще. У меня такие же гортензии, 5 штук. Тоже опять просит. Мы им нашли вроде как бы место. Я думаю, что на будущий год мы к Андрею опять съездим. Так что, ребятки, покупайте. Сажайте. Радуйте себя и своих близких. Спасибо всем.